По площади идет парадный расчет Главного управления МВД России по Волгоградской области. Личный состав в форме бойцов легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Летом 1942 года воины дивизии первыми встали на защиту нашего города и сражались с превосходящими силами фашистов до подхода регулярных частей Красной Армии. Парадный расчет возглавляет командир батальона дорожно-патрульной службы подполковник полиции Виталий Тройнин.